Война, которая затронула всех. В Нижегородскую область прибыли представители финской делегации Общества почитания памяти погибших во Второй мировой войне. Гости из Скандинавии приехали в наш регион, чтобы закрепить сотрудничество в сохранении памяти советских воинов, погибших на территории Финляндии, а также своих военнослужащих, похороненных в нашей стране. Сохранение памяти о своих соотечественниках, которые участвовали в войне, чьи судьбы драматично, как и судьбы наших солдат и офицеров, переместились вот через границы, и они нашли свои памятные знаки, свои символы, и мы сейчас вот объединены этой целью. Я рад сообщить вам, друзья, что эта работа системна в области и с нашими финскими партнерами продолжается, и вот этот приезд – это подтверждение этой работы. Только на территории Финляндии на сегодня находится около 70 мемориалов и памятных мест в честь советских солдат и офицеров, сражавшихся против фашизма. У нас в Финляндии за памятниками ухаживают государством. Договор заключается с разными организациями, которые проделывают непосредственную работу по сохранению мемориалов. Важно, когда власть выбирает именно такую политику. После официальной встречи финская делегация посетит несколько мест захоронения своих военнопленных. Мемориалы находятся в селе Оранки Богородского района, а также в поселке Сухобезводное Семеновского района.